запишем, значит, да, силу Архимеда, которую ты помнишь. F Архимеда. Архимеда я с маленькой буквы написал. Оскорбил Архимеда. Великий человек. Ро на G на V погруженные части. Погруженные части. В жидкость. Ну, по сути, ты более сложную формулу помнишь. Смотри, пусть у нас есть сосуд с водой. Значит, квадратный такой сосуд с водой. Я прямо аккуратно долил воду до края. Прямо до края. То есть она у меня прямо вот, чтобы мне не геморроиться, не рисовать уровень воды, там вот прямо вода налита до края. Значит, я хочу понять, значит, высота этого, этой штуки H. Я хочу понять, какое будет давление на дно. Давай я возьму вот такой вот, выделю какой-то квадратик и скажу, что у него площадь S. И вот такой вот параллелепипед нарисую. И на дне, естественно, тоже площадь S. У меня прямоугольный параллелепипед. Значит, объем этого прямоугольного параллелепипеда, естественно, равен S на H. S на H. Масса его, скажи, пожалуйста, чему равна? Ну, у нас плотность – это масса, деленная на объем. Значит, когда мы считаем массу, мы просто умножаем плотность на вот этот объем. Ρ на S на H. Теперь вес этого столба жидкости чему равен? Это mg. То есть это ρ на S на H на G. А давление, оказываемое этим столбом на площадку S, будет равно mg на S. Я подставляю mg ρ на S на H на G, деленное на S. S у меня сокращается. И ρ на G на H. Вот эта формула давления жидкости на глубине. Так, и написал F, P, естественно. Так, вес не очень хорошо, значит, у меня P одним, значит, давай вес мы какой-нибудь другой буквой. P здесь давление, да, вот у меня просто получилось, что я одной буквой. А вес, ну, как его, N, что ли? Давай N напишем, N. Вот, то есть это прямой расчет. Ну, прямо вот просто все формулы ты знаешь. Ну, вот эту m на v, ρ равняется m на v, это определение, и, собственно, из размерности это все видно. То есть сложную формулу я ее зеленым обведу. Ты помнишь для закона Архимеда, а более простую, ну, не столько даже более простую, она скорее первородная. То есть откуда берется закон Архимеда? Это ведь не мистика на самом деле. Закон Архимеда, он, по сути, следует из вот этой формулы, что давление на глубине h равно ρgh. Каким образом? Ну, проще всего это, конечно, на кубике увидеть. То есть, когда мы помещаем... То есть, закон Архимеда вполне себе выводимый. То есть, вот мы взяли, поместили в жидкость кубик какой-то там. Значит, вот сила Архимеда действующая, сила давления действующая на его боковые грани, они, конечно, будут компенсироваться, потому что кубик будет пытаться вода сдавить вот так. Соответственно, кубик будет в ответ давить на воду, и, соответственно, это будет компенсироваться. То есть здесь мы, значит, ну, понятно, что будет она немножко с высотой тоже меняться, это сила давления, которую я вот нарисовал горизонтально. Но вот две силы давления, которые вниз на верхнюю грань и вверх на нижнюю грань, они будут разными. F1, а вот это F2. Вот F1, значит, у нас вот, допустим, вот здесь вот, конечно, она меньше, чем F2, и вот разница этих сил, если ее аккуратно посчитать, это и есть сила Архимеда. То есть, ну, значит, F1, так, F2 минус F1, F2 минус F1 равняется F Архимеда. Но мы уж не будем досчитывать, формула вот зеленым обведена. Вот, а ρgh ты можешь просто вывести. Значит, ну и последнее, закон Паскаля, то, что давление, значит, на, передается одинаково во все стороны. То есть, кстати, вот эта формула ρgh приводит к парадоксу Паскаля. То есть, вот каким образом
можно налить в бочку стакан воды так, чтобы ее разорвало. Ну вот нужно взять тонкую трубку, вставить ее, ну вот бочку у тебя стоит с водой, значит, желательно, чтобы крышка была закрыта. Ты вставил вот так трубку и наливаешь сюда воду. Значит, когда у тебя давление, у тебя будет зависеть только от высоты столба. Кружки вполне хватит, чтобы там создать, ну, допустим, здесь 3 метра, значит, соответственно, какое там будет избыточное давление от 3 метров? Значит, избыточное давление от 3 метров будет, соответственно, 3 на 1000, это плотность воды, и на 10, значит, соответственно, то есть... Получается так, ну, давление большое уже получается, то есть от 3 метров получается весьма приличное давление, то есть зависит уже от прочности бочки, если она деревянная. 4 нуля, 30 тысяч, соответственно, чего у нас получилось? 30 тысяч ньютон на метр в квадрате. Соответственно, ну, на сантиметр там все равно тоже давление большое получается. 30 тысяч ньютон на метр в квадрате. Или паскаль, внесистемная единица.